Приступать к работе после новогодних праздников непросто, но приходится. В здании Раменской администрации состоялось первое в этом году оперативное совещание. Впереди у нас много дел, большая ответственность за выполнение возложенных на нас задач по обеспечению нормальной жизнедеятельности, функционирования хозяйства Раменского района. Поэтому пожелаем друг другу, чтобы у нас все получалось, чтобы цели, которые мы перед собой ставим, достигались, и это возможно только при одном условии, если мы будем вместе, если мы будем объединены одним желанием двигать Раменский район вперед. Есть такое выражение: на Бога надейся, но сам не плашай. И все же, я всех хотел бы нас поздравить с Рождеством Христовым, с надеждой на то, что Бог нас тоже не оставит. Я еще раз хотел бы всех поприветствовать, и давайте нас поздравим с наступившим новым 2016 годом. Новый год, новые лица. По решению Совета депутатов на пост руководителя администрации Раменского района был назначен Андрей Николаевич Кулаков, который в прошлом возглавлял городское поселение Удельное и проявил себя как мудрый и талантливый руководитель. Знающий, подготовленный руководитель администрации. Район наш большой, проблем хватает. И поэтому я, может быть, прежде всего заинтересован в том, чтобы Андрей Николаевич побыстрее вошел в курс дела. Я уверен, что при моей поддержке, при поддержке администрации района, всех здесь присутствующих, у него это и получится. Так что пожелаем Андрею Николаевичу вам всех самого. Сегодня школьники вернулись к привычному графику после зимних каникул. Система образования не переставала работать все праздники. Воспитанники Быковского детского дома побывали в оздоровительном лагере. На базе детско-юношеской спортивной школы «Сатурн» открылся каток. Школы готовились к открытию учебного сезона. Нужно отметить, что в период зимних каникул, конечно же, основное внимание было привлечено к школе номер 19, где велись ремонтные работы. Основные общестроительные работы на сегодняшний момент завершены, идет наладка электричества, работают слаботочники. Особое внимание уделяется пожарной безопасности, система которой монтируется сегодня вот по последнему слову и требованию, какие только есть. Мы надеемся в скором времени приступить к работе в этом здании в полном объеме. Большое внимание на заседании уделилось вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь проблемам наружного освещения и очистки дорог от снега. Эти направления по-прежнему остаются недостаточно развитыми. Завершилось совещание подведением итогов по работе пожарных служб и оперативной сводкой. Относительно спокойно, несмотря на естественный прирост числа сообщений граждан. Вместе с тем у нас зафиксирован спад преступности, преступление против личности не зарегистрировано за 10 дней. У нас регистрировались имущественные, как правило, преступления, 6 краж, из них раскрыто 4, 1 разбойное нападение, 2 гражданина Таджикистана задержаны, в настоящее время проводится следствие. Также у нас выявлено 2 факта распространения наркотиков. При этом один из этих фактов был выявлен при проведении досмотровых мероприятий на массовом мероприятии ДК Воровского. При попытке пройти в здание мужчина был задержан, 50 грамм гашиша. Кроме этого, у нас некоторое увеличение числа совершенных дорожно-транспортных происшествий, 35, но погибших граждан нет, 4 человека пострадало, 400 человек привлечено к административной ответственности. Так в целом обеспечивался правопорядок на мероприятиях массовых, не допущено каких-то чрезвычайных происшествий. Праздники прошли напряженно. За 10 дней текущего года у нас произошло в районе 32 пожара. 3 человека погибло на пожарах. 16 домов сгорело, 4 квартиры и 3 дачи, которые... А так дежурят тоже в церквях, на всех новогодних праздниках, везде. Так... Все нормально. Сергей Яковлев и Диана Никифорова для программы «Городские вести».